Привет, с вами снова я, агент 3310, и мой краткий обзор свежей мобильной игры. Gold Rush – симулятор золотодобычи. Тут огромная куча разных ресурсов и гигантских машин. Бегай, крафти и закидывай все на переработку. Из простой кучи песка и чего-то коричневого. Давайте предположим, что это грунт. Можно получить золото. Буквально из грязи в князи. Также тут есть целый город, который можно отстраивать и развивать. Есть кузница, ратуша, ювелирный магазин. Кстати, можно продавать там добытые ценности. В новые дома заселяются жители, которых можно нещадно эксплуатировать. Но они и сами не против. В игре много островов, заводов и даже мяч с воротами. Мое уважение за отсылку к ЧМ по футболу. В общем, мой вердикт – игра-пушка. Вот в ней я сижу уже вторую неделю, пытаясь купить четвертый остров. Затягивает. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Увидимся на канале, где тебя ждут другие разборы игр.